Любишь брейкденс? Брейкденс. Любишь брейкденс? Брейкденс. Любишь брейкденс? Брейкденс. Приветствую всех! Вы смотрите первую видеоверсию новостей о брейкинге. А сейчас первая новость о грядущем событии. Оно произойдет в Амстердаме 4 ноября. Да-да-да, это Red Bull BC One World Final. Следом летит новость из Казани. 28 октября пройдет батл под названием Юла. Готовим арсенал на Footwork Battle, Top Rock Battle и 3 на 3. Команды из стран СНГ, готовимся принять участие в отборе на боти, который пройдет в Москве 30 сентября. It's not just the finals, it's a process where hundreds of b-boys, they get together and they tell each other, I want to be a crew, I want to break, and I want to enter into Battle of the Year. Battle of the Year 2017. 30 сентября и 1 октября город Львов принимает атаку мастер-классов от бибоев Uzi Rock, Tasmanio, Apache и Tip Top T. Такое нельзя пропускать. Я думаю, что это тоже сойдет за грядущую новость. Стоит ли переводить Друда в логи или не стоит? Но это я хочу узнать с вашей помощью. Если вы за перевод, пишите в комментариях Друд. А если нет, то Люси. А теперь о прошедших мероприятиях. Экспресс-новости. Eastside B-Boys в составе Гимнаст, Робин, Киндер взяли первое место на United Styles Europe 2017. В финале они наказали голландскую команду Ruggets. И еще одну номинацию на этой тусе взял Любой Робин, первое место. Dirty Thirties, грязная тридцатка. На сайте breakingforgold.com можно увидеть полный список участников, прошедших первый отборочный этап на юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе 2018 года. В Киеве прошел самый масштабный брейк-фестиваль Украины этого года. Hip-Hop Series 2017. Первое место взял бибой Гимнаст и сайт B-Boys. В финале он встретился с бибоем Apache, South B-Boys Front. Конечно же, Red Bull BC One Cypher Ukraine, на котором взял первое место бибой Kinder. Поздравляем! Всем привет, я Сергей Цаков, представитель старой школы брейкинга. На сегодняшний день является активным деятелем хип-хоп-культуры. Представил на своем канале интервью с бибоем Колючим, который частично раскрывает тему лиги брейкданса. Rap Hill Battle, Алкалил, Чирита и Kinder заняли первое место. Советую заценить видеотворение от братьев Мафии 13, Цыпатрон и Пуля, а также братьев OBC, Бизон и Желтый. Ссылка под видео в описании. Фу, привычная музыкальная пауза. Like notorious, but mysterious, you playing this shit again. Диджей Пирог представил нашему вниманию новый микстейп, который называется Notorious B-Boy Ish. Ссылка под видео в описании. Заходим, качаем, скидываем. А теперь начнется самая южная часть Breaking News. Funky Project. BMC, Вася Школа. Едем. Вся туса ждет нас, потому что Василий Школа сегодня судья. Этот джем запомнился мне очень хорошо, так как он был локальным, и это была своя атмосфера. За пультом был диджей BMC, а также Мамука, он же и организатор этой тусы. Это Funky Project Jam Jam. Контест китцов понесся. Там проходили состязания по стритболу и брейчику. Один на один дети. Первое место получает у нас бибой Данил. И Seven to Smoke. Первое место. Чуть-чуть Seven to Smoke. Первое место B-Boy Real. Real, B-Boy Real. Я хочу, чтобы вы поддержали шумом его все. Спасибо большое за этот прокач. Было очень приятно побывать на вашей душевной тусе и прокачать свой скилл. Следующий спонсор рекламной паузы – Param Project. Макс Парам создал этот микстейп в дорожной медитации и назвал его New City Mixtape. Ссылка под видео в описании. Заходим, качаем, скидываем баб. Следующий джем от
Funky Fam. Даже в рифму получилось. Нереальный кач, который длился 2 дня. Первый день включал в себя прокач среди бибоев, которые собрались там. Набирается вот такая куча народу. Коуч Рок, я с командой Funky Fam. Эй, йоу, это мой стиль. Нормально, нормально, только разогреваемся. Exhibition Battle. Битва за квас. Самый лучший лазаревский квас. Эти стили заряжали такие диджеи, как Рафим, Эйси, Китос, Бабич. За микрофоном был диджей Рэббит. Жаркие, крутые экзибишены плавно, буквально плавно, потому что через поход на речку перетекли в автопати в ночном клубе, в котором было достаточно места для того, чтобы потанцевать. Кстати, не просто так, а за призы. Также там прошел контест на лучшее воспроизведение животных звуков. Иди на... Просто меня слышишь? Твою душу я ем. Бабич! Звук животного. Продолжение вечеринки. Второй день. Природа. Арбузы. Дыни. Дыни. Outstanding здесь. Место, где качают. И площадка, на которой можно прокачать скилл в волейболе. Громаднейшая благодарность Funky Fam за то, что мы с вами познакомились, за то, что вы меня пригласили, за то, что вы меня прокачали. Прокачали Breaking News, прокачали всех, кто был там. И советую всем в следующем году попасть на 45 градусов выше нуля. Там реально жарко. А спонсором этой рекламной паузы является диджей Риф Чока. Он выпустил микстейп в честь 20-го анниверсари польской команды Side by Side. Их анниверсари пройдет с 6 по 7 октября в Жешеве. Оригинальность Юга на вышесказанном не закончилась. Я узнал о том, о чем даже и думать не мог. В Краснодаре существует команда под названием Dizzy Bros. Йорш, Маник, SP и Еврейчик. Эти ребята прокачали свой уровень с нуля в зоне строгого режима. И они качают по сей день и добились неплохих результатов. Мало того, они еще проводят батл раз в год, ориентировочно в начале января. Детальнее можно узнать об этих ребятах по ссылке, которая будет под видео. В Сочи состоялось празднование Anniversary Outstanding Crew. Ди
двигаясь так. Музыки не думай ни о чем. Оставь проверенные методы, когда бит ключом. Кто-то парится, не может выбрать стиль. Тебя не остановить, не бомба. Зажжен фитиль, шторм, стиль, хип-хоп, не ваниль. Пять элементов не покрывают пыль. Бибоин, диджейн, граффити, MC. Держатся на знаниях, как шар на оси. Гаси, братан, вели, меси, жги. Покажи жизнь или посмотри вблизи. Умей вообразить и выразить чувства. Устал, отдохни. Outstanding anniversary. Все начинается совсем скоро. Десятая годовщина. Господа и дамы, угадай, куда мы. Пакуй чемоданы. Здорово. Опять, Васо. Здорово. Здорово. Пеним. Камон, камон, на тусу. The beat of picnic. The beat of picnic. За первые два дня ребята провели отборы. 2-2 фристайл рутины. Seven to Smoke Kids. Главное, что здесь есть атмосфера. Хип-хоп как религия, наша вера. Мир добро, но бывают и битвы. Если фишку украл, вспоминай молитвы. Побились, потели, теперь отдохните. А молодые леди, сюда приходите. Тут много крутых, одиноких сердец. Мой рэп начался, еще не конец. Бомбата, не брат нам. Если малой, тот не врал нам. Бомбата, не брат нам. Если малой, тот не врал нам. Врываюсь на тусы, все МЦ в стороне. Я и все скурил, и теперь на коне. Танцпол в огне, ты не знал обо мне. Я был в андерграунде на самом дне. Могу зачитать я под что угодно. Old school, new school, это дар природный. Не скромен тут, подобно музлу. Взял этот биток за рога как азу. Я стебаю фейк и стебаю пай. Вдохновляться можно, будь чистым как тай. Получилось читать, как читает Снудок. Респект ему, а ты как сынок. Ты не игрок и даже не зритель. Ты пьян информацией, вызывай вытрезвитель. Мой стиль как обитель. Оригинальный целитель. По трубам в ушах лил я свежести литры. 2-2 Footwork. Big Girls Battle. Но его они довели 6, до конца. 5, 4, 3, 2, 1. Поздравляем, Анет, с победой. Big Girl Анет. И отбор соло батлов. За эти дни Бибой Резкий топ 9. Бибой Поттер Unstoppables. Бибой Вэлл и Драфтный Атак успели провести свои мастер-классы. Очень крутые, очень разные. Посмотрите, сколько людей пришло. Тут неравнодушный контингент, ребята, неравнодушный. Забыл сказать, также еще проводился контест по балансу. Крутятся и скрипят пластинки. Пол горит, люди бьются в поединке. Алгоритм движений, как на ринге. Твой стиль, это ты, а не твои ботинки. Джемим, фристайл, пока звучит бит. Ритм, пропитанный культурой. Мощный трип, это наш сценарий, наш мотив, наш мир, нажми. The beat of picnic. Вот он, третий день, anniversary outstanding. В центр Сочи, на Морпорту. Kid 7 to Smoke взял любой гром. Outstanding Crew, поздравляем!
Командные батлы взяли Illusion of Exist и 3.16, это совместочка. В финале они встретились с The Beat of Picnic, это большая сборка. Ну и, конечно же, один на один батл, в котором в финале встретились Бибой Чирита и Ган. Они не стали биться в финале, а разделили призовуху пополам. Огромное спасибо команде Outstanding за то, что они делают такое, я не знаю, чудо. Добро! Я был просто самым счастливым человеком последние 2 дня. Многие со мной согласятся. Низкий поклон за Outstanding Crew! Одиннадцатый пошел. Ждем в следующем году вас всех. Благодарю вас за внимание. Если вам нравится этот проект и вы хотели бы его как-то поддержать, тогда пишите на почту breakingnews@gmail.com, либо на кошелек PayPal можете скидывать денежные средства. Всем спасибо, до следующего выпуска. Поздравляю от души моих братиков, близких друзей, Outstanding Crew. Праздничком от души поздравляю этих ребят. Я поздравляю всех ребят с праздником. С днем рождения. Танцуйте, общайтесь, уважайте друг друга прежде всего. Это очень важно, особенно в наше время, неспокойное, все-таки мы хотя бы хип-хопом будем жить мирно. То есть это мое послание всем, кто меня сейчас смотрит.